Привет, друзья! Компания Xiaomi в сентябре 2021 года выпустила смартфон Civi. Теперь же компания анонсировала обновленную версию под названием Xiaomi Civi One S. Давайте рассмотрим, что улучшилось в этой модели. Подписывайтесь на канал. Поехали! Основное отличие от предшественника – процессор. Это Snapdragon 778G+. Новый чип предлагает чуть более высокие частоты. В остальном перед нами все тот же смартфон. Xiaomi сохранила 6,55-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080p. В центре есть отверстие для 32-мегапиксельной селфи-камеры с автофокусом. Трио камер на задней панели состоит из 64-мегапиксельного основного модуля Samsung, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного сенсора и 2-мегапиксельного датчика макро. Civi One S весит 166 грамм, а толщина менее 7 мм. Тонкий смартфон. В качестве операционки используется MIUI 13 на базе Android 12. Аккумулятор емкостью в 4500 мАч поддерживает быструю зарядку на 55 Вт. Смартфон в базовой версии 8128 будет стоить 28,5 тысяч рублей в Китае. За 32300 можно будет купить модель 8256, а за 36 тысяч – самый жирный, мощный вариант – 12 256 гигабайт. Смартфон уже доступен для предзаказа в Китае, поэтому самые выгодные ссылки, как всегда, оставлю в описании. Напишите в комментариях, как вам новинка. Подписывайтесь на канал и на группу в Telegram, там я публикую самые выгодные цены на технику из AliExpress. Спасибо за лайки, впереди много интересного. Пока-пока. Thank you.